идея подарка Вологодской ели Республики Крым родилась на всероссийской выставке «Российский лес 2014». Значит, в ходе этой выставки была у нас рабочая встреча с представителями Государственного комитета Республики Крым по охотничьему лесному хозяйству. Присутствовал не заместитель начальника госкомитета Капитонов Владимир Владимирович. И вот в ходе этой рабочей встречи родилась такая идея отвезти Вологодскую ель в подарок крымчанам. Губернатор Вологодской области Олег Александрович Кувшинников эту идею поддержал. И вот буквально неделю назад он дал старт этому проекту. И вот мы подключили сетевые средства, чтобы это реализовать.